Страсбург, идиллия, уточки плавают, а тут бац, и трагедия. Вот такие крысы живут в Страсбурге. Вот проплывает себе тут. Это я собрался в библиотеку Мавро. Вот тут кушал, собирал, отдыхал. Вот. Ну, сегодня облака. Заканчивая письмо прокурору, сегодня я отправлю. Ну, я думаю, что прежде всего не будут они, конечно, изучать никакие интернет-ссылки. Напишут они, что недостаточно я аргументировал, недостаточно документов приложил. Ну, я так предполагаю. В общем, ничем это не кончится. Я думаю, как в Австрии, как в Польше, есть же некоторый опыт. Я думаю, что буду я репрессирован неизбежно. А 19 октября я вызван к 9 утра в Париж, в Офру. Ну, посмотрим, что там будет. Не знаю. Ничего хорошего я не ожидаю. Никакой законности нету, в принципе, не существует. Так, ладно, сейчас опубликую это видео. Что еще сказать? Ну, пока лето, я еще держусь. Витамины, солнце. Более-менее себя чувствую, но когда начнется холод, а там, где я нахожусь в лесу, там сыро постоянно, там холодно, и нету солнца, и очень нехорошо. В общем, я не думаю, что у меня хватит сил еще на 3-4 месяца. Я не переживу декабрь, нет, я не верю, не верю я в это. Но буду бороться изо всех сил. Ну ладно, пока всем.